Вот это мы даем, вот это мы огромные. Вау, вертолет там был, ребята. Надо аккуратненько, потому что вон, мы даже акул съедаем, ребята. Посмотрите, какие мы большие. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Tasty Blue. Так, ребятки, ну что ж, поплыли дальше, что у нас теперь на этом уровне? А на этом уровне у нас опять, вот мы в этом, ребятки, в аквариуме, это второй уровень этого аквариума, я так понял. Так. Что это у нас тут такое интересное? Так, нам нужно кушать опять. Опять нас кормят. Это девочка или мальчик? Кто это? Я так уже и не помню до конца. Но стоит, ребятки, отметить тот факт, что мы должны опять выбраться отсюда наружу, в океан. И плавать, собственно, там. Ну да, здесь опять нас, получается, кормят. И мы выпрыгиваем. Ой-ой-ой, отлично. Отлично. Ребятки, я хочу выпрыгнуть, да? О, хорошо, хорошо, отлично, замечательно просто. Вау, падаю, падаю, падаю. Вау, ура, ребята. Ура, мы упали в эту. В океан и хаваем креветок, ребятки. Давайте креветок, собственно, похаваем с вами вот этих всех и приступим. О, уже мы можем даже больших креветок, смотрите. Давайте крышки даже мы можем. Посмотрите, мы даже больших креветок уже кушаем, ребята. Посмотрите, как круто. Это просто замечательно. Это просто круто. Так, отлично, отлично, просто супер. Так, давайте, 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 давайте. Так, даже ракушку съели уже, отлично. О, даже рыба пошла уже. Отлично, ребята. Даже рыба пошла в ход. Вот это прикольно. Так, так, так. Куда же нам теперь? Так, нам селедочку надо хавать. Так, чайки пока мы хавать не можем, ребятки. Так, это что? Ну, это звездочки. Давайте похаваем звездочки. О, весь мусор мы с дна океана, ребятки, съели. Вы видели? Вот это прикольно, да? Так, отлично. Просто замечательно. Так. Что это у нас такое тут? Это у нас рыбка. Отлично. Эту съели, эту тоже съели. Так, 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 ребятки. О, чайки, чайки. Отлично. Отлично. Давайте чаечек похаваем. Вау. Круто, 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 круто. О, мы стали еще больше, ребятки. Посмотрите. Посмотрите, какие мы стали большие. Ребята, вот это да. И водолазы здесь плавают. Наверное, скоро мы сможем... И их кушать. Ой-ой-ой, нас тюлень, ребятки, укусил. Надо убегать, а то тут тюлени нас просто-напросто сожрут. Так, ну что ж я здесь уже могу сделать, ребята? Что же я уже здесь могу? Я могу, наверное, кушать вот этих чаек. Все дело в том, ребята, что мы можем уже хавать даже тюленей. Посмотрите. О, круто. Всё, вот это вкусно. Так, человек... Ой, человека уже даже съели, ребята, водолаза. Отлично. Ой-ой-ой, там касатка, ребята, большая. Убегаем от нее, потому что она нас попросту съест. Касатка, касатка большая. О, мы даже хаваем буйки, ребята. Отлично, просто супер. Вау, ребята. Посмотрите, реально круто. Вот это мы хаваем. Мы хаваем тупо все подряд. Отлично, просто супер. Так. Так, 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 так. Отлично, отлично, отлично. Вау. Так. Вау. Ребята, ребята, ребята. Так, 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 так. Отлично, просто супер. Просто замечательно, фантастика. Так, давайте рыбу-иглу вот эту посъедаем. Чем быстрее, тем лучше, дорогие друзья. И, собственно, будем с вами переходить дальше
Ох, уже вертолеты за нами. Ого, сколько касаток. Касатки пытаются нас съесть. Это охота на касаток. Ребята, посмотрите. Вай-вай-вай, куда же от мне их спрятаться? Так. Что у нас здесь? Так, ребятки, здесь у нас потихонечку мы можем хавать вот этих кораблей. Отлично, просто супер. О, уже касаток мы можем хавать. Вот это для нас здесь сделали. Приятный сюрприз, посмотрите, ха-ха-ха. Вот это да, теперь касаток еще больше. Ребята, вы просто посмотрите, что делается. Ого, мы даже вертолет съели, ребята, мы даже съели с вами вертолет. Огромный вертолет, и даже китов можем хавать, посмотрите. Вот это да. Этих синего кита пока мы еще не можем кушать, но вот этого уже, так сказать, можно. Так, отлично. Ого, там военные вертолеты, ребята. Там военные вертолеты были. Ребята, что же делается? За мной военные вертолеты, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. О, синий кит пошел в бой. Пошел в ход синий кит, ребята. Мы можем хавать синего кита. Мы уже 24 метра в длину, дорогие друзья. Так, стоит отметить, ребята, что этот уровень довольно-таки длинный. И здесь стоит отметить, что нам нужно будет сейчас не только хавать их, но, ребятки, похавать все военные вертолеты, которые пытаются нас убить. Вот, да, ребята, мы съели город. Ого, там еще пассажирские самолеты. Подводные лодки. Вай-вай-вай, подводные лодки. Ребята, спасите меня, пожалуйста, от подводных лодок. Ай-яй-яй-яй. Так, подождите, ребятки. Это же, конечно же, все хорошо. Но подводные лодки меня убивают, реально. Давайте как-то будем думать над тем, чтобы как-то спасаться. О, ребята, мы съели пассажирский самолет. Отлично. А как же от подводных лодок спастись, ребятки? Я даже не знаю. Нам, наверное, нужно питаться различной живностью. О, да, мы уже подводные лодки можем хавать. Чтобы их уничтожать, да-да, ребятки. Именно так. Вот это круто. Вау, да, ребята, посмотрите, какие прыжки мы делаем. Отлично, отлично. Вау, круто. Ого, ребята, мы даже съели большого этого. Вы видели? Большого этого корабля. Да. Вот это круто. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Дайте еще мне самолет, парочку. И подводных лодок. Отличненько, ребятки. И мы с вами прошли этот уровень. Вот это круто. Так, и что тут нам говорят? А тут нам говорят, что... Эта девочка, которая купила рыбку, пошла к продавцу в магазин и показывает. Посмотрите, в кого превратилась ваша рыбка, которую я вас купил. Он говорит, а я не знаю почему, я ее тоже покупал. Вау, и мы, короче, оказались в желудке у этой рыбки, дорогие друзья. Так, они оказались в желудке у этой рыбки, эта рыбка их проглотила. Так, а здесь, смотрите, молодая пара пошла. Семейка пошла. Куда она пошла? А она пошла, ребятки, в зоопарк. А в зоопарке они наткнулись на дельфина. Так, а дельфин вот у нас, ребятки. Плавал. И в итоге, ребятки, что? Вай. И в итоге, ребятки, дельфин у нас получает за это рыбку. Так. Мне надо, чтобы много рыбы получить, надо, наверное, мяч протолкнуть в эту дырочку. О, вот, отлично, друзья, просто супер. Отлично. За это я получаю очень много рыбы. Просто замечательно. Так, и таким образом мне надо расти, чтобы получить много рыбы, да? Подождите, а куда же мне... Круто, ребята, замечательно. Посмотрите, сколько мы рыбы с вами зарабатываем.
Эй, да что ж я никак не могу-то прыгнуть через это кольцо, ребята? Что ж такое-то? Почему я цепляю его? О, ребята, посмотрите. Я съел ведро, он плачет, что я от него убежал. Ого, ребята, посмотрите, мы съели весь зоопарк, мы съели ведра. Ого, посмотрите, вот это мы дали. Мы съели все, и его, все, не плачь, мы тебя съели, ха-ха-ха. И даже моржей съели, ого. Вот это мы даем, вот это мы огромные. Вау, вертолет там был, ребята, надо аккуратненько, потому что, о, мы даже акул съедаем, ребята. Посмотрите, какие мы большие. Мы даже маленьких машинок съедаем, которые здесь плавают. Ого, ну больших акул мы пока не можем хавать, потому что они пытаются нас съесть. А вот людей, вау, ребята, с удовольствием съедаем людишек. Всех людишек съедаем с удовольствием. Так, ребятки, отлично, отлично. Просто супер. О, даже больших акул уже можем хавать. Посмотрите. Посмотрите, как это все делается. Круто. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, ребята. Что мне делать? Помогите. Так, ну что ж, я надеюсь, мы пройдем этот уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья, отлично. Мы с легкостью с вами справились с этим уровнем. И этот эпизод у нас подходит к концу, дорогие друзья. А вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх. И оставьте какой-нибудь комментарий. Также не забываем ставить колокольчик. До скорых встреч, дорогие друзья, в следующих моих видосах.